чтобы резиночка у нас выглядела одинаково с обеих сторон. Как нужно вязать? Лицевые петли вяжем за переднюю дольку, а изнаночные петли за заднюю. То есть перевели рабочую нить, сзади подцепляем изнаночную, раз, лицевую за переднюю дольку, раз, два, изнаночную за заднюю дольку, раз, два. И вот при таком вязании у вас резиночка будет с обеих сторон одинаковая, совершенно, и ни в чем не будет различаться.